Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Сегодня я представляю на ваш суд два варианта новогодней сервировки стола. В первом варианте у меня будет одна ваза георгин. Я ее совсем недавно купила и еще с вами ее не знакомила, но познакомлю в процессе. А во втором варианте будет уже две эти вазы. Ну, вы знаете, что я очень люблю гжель, и в этих сервировках я постаралась придать ей новое звучание, вписать в современную сервировку. Ну, а как получилось, судите вам, дорогие мои. А по мере того, как я создавала ее, фотографировала то, что я сделала, мне постоянно что-то не нравилось, я постоянно что-то меняла, дополняла, убирала. В общем, к идеальному решению я даже в конце так и не пришла. Поэтому все это на ваш суд. В этих сервировках я активно использовала наряду с синим оранжевый цвет. Это и льняные с очень красивым рисунком салфетки, и тыквочки, и хурма, и новогодние мандарины, ну и даже новогодние игрушки, которые поместила в огромный бокал из прозрачного стекла. Здесь и мои покупки синего стекла, и даже орехи, и подсвечники. Ну, в общем, увидите все сами. А теперь я несколько меняю сервировку, убираю это блюдо. Вместо блюда у меня появился соусник, чайник и сахарница. И вторая ваза. Ну вот. Это мой второй образ сервировки, второй вариант. Но здесь уже изюминкой являются вот эти две роскошные вазы. Называются они георгин. И что значит ручная роспись? Вот если сравнить две вазы, они очень отличаются друг от друга. Посмотрите, какие здесь цветы. Они более светлые, серединка более вот такая интересная. И у ножек, посмотрите, более темная полоска внизу. И вот второй рисунок. Здесь больше синего. И серединка совсем другая, и полосочка тоже совсем другая. Но мне они напоминают, кстати, и вот эта сахарница тоже, что-то такое китайское. Посмотрите. Не помню, уже сказала, что это георгин называется ваза. И посмотрите, какие у них ручки. Боже мой, какие красивые, замечательные ручки. Вот они мне очень напоминают что-то китайское. Просто... Ну вот, можно их сравнить. Видите, совсем разные цветы, совсем разные, но... Не знаю, может быть, чайник и под вопросом, потому что все-таки это более сдержанная такая... Видите, ваза более сдержанная, а он более такой вот...
фронтовитый. Здесь, мне кажется, он не очень хорошо смотрится. Так, а давайте его уберем. Без него. Потому что сахарница все-таки напоминает какую-то китайскую шкатулку, да? Ну да, без него намного лучше. Тем более, видите, все-таки у нас и бокал более строгий. Ну вот, такое преображение. Как вам, друзья? Ну, во всяком случае, вариантов может быть еще много. У меня будут варианты еще со скатертью. Итак, картина, выводы, к которым я пришла. Картина не будет полной при отсутствии элементов, связывающих композицию. Выдержана в единой стилистике и гамме, акценты оживят пространство. И второй вывод. Перекружать его тоже противопоказано. Как только я сняла новогодние носочки для подарков, повешенные на стене на заднем плане, общая картина сразу стала более гармоничной. До новой встречи, до новой сервировки. Всех благ, мои дорогие. Всех благ.